Дому 22 по улице Костюкова, 44 года. В нем 119 квартир, а общая площадь составляет почти 6 тысяч квадратных метров. Здесь ни разу не проводилось капитального ремонта, потому накопилось много проблем. Первоочередная проблема – это кровля у нас, потому что верхние этажи у нас были в отвратительном состоянии, и поэтому уже следующие проблемы – электричество, и заходило это все подъездным. Многоэтажку в этом году ждут большие перемены. Здесь капитально отремонтируют кровлю, подвал, утеплят фасад, обновят общедомовые инженерные сети, заменят приборы учета. На все это потребуется более 23 миллионов рублей. Настроение жильцов на сегодняшний день положительно. Они готовы и рады тому, что к ним пришло на сегодняшний день такое счастье. Чтобы было сегодня уютно, тепло, экономия была и по теплу, и по электроэнергии, ну и по всем-всем направлениям. В этом году в рамках региональной программы в Белгороде преобразятся 44 многоквартирных дома. Смета работ составляет 598,5 миллионов рублей. Основная часть – средства собственников. Однако на сегодняшний день региональному оператору перечислено меньше четверти суммы. На сегодняшний момент порядка 6 тысяч лицевых счетов, где не оплачивалась ни разу услуга за капитальный ремонт. К ним предъявляются санкции, даются предписания досудебные, подаются исковые заявления в суд. По решению суда будет взыскана задолженность со штрафными санкциями. Согласно нашего законодательства, по-моему, 17,7%. Администрация города совместно с управляющими компаниями и ТСЖ ведется активная подготовка к сезону капремонта. В каждом доме проведены собрания с собственниками, обозначены виды работ. По каждой многоэтажке разработана проектно-сметная документация. Наведен порядок в чердачных и подвальных помещениях на технических этажах. Предоставлен доступ к инженерным сетям. В первой половине апреля планируется провести открытый конкурс по выбору подрядных организаций. На сегодняшний день подано более 50 заявок для участия, причем ошибки прошлого года уже учтены. В прошлом году мы ремонтировали 32 многоквартирных дома. У нас в программе участвовало 14 подрядных организаций. На сегодняшний год порядка 50% этих подрядных организаций уже не участвуют. Поскольку были нарушены и сроки выполнения работ, были замечания. И по итогу 2014 года к данным подрядным организациям были применены штрафные санкции в размере где-то 3,5 миллиона рублей. К капитальному ремонту многоквартирных домов в этом году планируют приступить в апреле, а завершить в сентябре. Надежда Свиридова, Павел Емеленко, «Тому часу Белгород».